Итак, всем привет, любителям небольшого такого трэша и просмотров за звук, за музыку. В общем, сегодня речь пойдет об четвертьволновике, о необычном четвертьволновике. Он прожил у меня, скажем так, я его собрал в 16 лет. То, что вот перед вами стоит там за маленькой кувалдочкой, вот то там вот находится тот самый корпус, который я, скажем так, собрал в 16 лет. Скажем так, с него началось все звукостроение в мире рупоров и четвертьволновиков. И в принципе в целом мой звук. Это такое грустное видео. Почему грустное? Потому что сейчас я буду его ломать вот этой вот кувалдочкой и ложить вон в ту бочечку, в которой горит костерок. Почему я это буду делать? Ну, во-первых, в нем поселились какие-то неизведанные мне жители и оставляют там свои яйца. А во-вторых, он немножечко у нас уже сделан из ДВП, из ДСП, скажем так. И в сарае стоит уже не один год. Естественно, в него попала влага. Влага, он разбух. В общем, это, скажем так, мой первенец, которого я сейчас уничтожу, ввиду того, что он просто стал нецелесообразным мне. Поэтому давайте-ка сейчас начнем, приступим, так сказать, к убийству первенца. Погнали. Так, нормально, тяжелое. Сначала мы ударим, наверное, вот сюда. Давайте раз, два, взяли. Ух ты, там какие-то жители. Там какая-то хрень непонятная. Фу. Что-то там очень необычное. Это зубы. Рыбачина. Причем сделан из разных кусков. Из разных толщин был, из разного материала. Пизда. Он просто сейчас как будто под обстрел попал. Немножко разворотило. Надеюсь, там видно. Ага, огонь. Блин, у нас комары уже пошли. Вот такие нахуй собаки. Вот такие. Главное, не в ногу. Вот так вот просто с ноги с рук. Что-то не хочет он. Совесть, на совесть сделан. Вернем его. В таком положении. Сейчас ударим по черепушке. Он вообще даже грустный, если честно. Посчитайте, там даже деревья какие-то. А теперь печку. Кстати, вот таким маслом. Это не реклама масла, это я разжигаю самым дешевым маслом. Thank you.
отсюда. О, поворот, смотрите, я же тогда уже под углы мог пилить. Прикольно. Главное теперь на это не наступить. Сзади. Лакированный, сука, долго держится. Там непонятки какие-то внутри. Не будем туда лезть. Еще на герметик. О, ножка. Угу, прикольненько. Лет прошло, а он все равно прочный. Один герметик. Тогда я еще не знал, что такое ПВА. Вот так вот умирают первенцы. Это мой пропуск в звук был. Теперь мы отнесем его сейчас весь в бочку. Сначала вот это. По чуть-чуть. Пару ударов. Он немножко сломался. Нифига себе, это что за прокладки я тогда подкладывал? Офигеть. Видали? Вот это я был тогда мастер. Отлично. Он из разных был. Один лакированный, второй не очень. Все, что осталось от четвертого новика. Я думаю, тут кто-то поселился, какие-то дохлые твари там сидят. Очень даже опасно это брать в руки. Блин, не получается. Да, там кто-то сдох, походу. Там кто-то сдох. Смотрите. Не видно. Фу, какие-то твари сдохли. После этого стоит отмыть руки. Короче, это оставь. Надо их уничтожить. Кстати, не очень горит. Совсем не горит. Ну, такое убийство у нас получилось.
О, разгорается там бочка. В общем, я думаю, можно закончить.